Всем привет! С вами Маша Марток. Добро пожаловать на мой канал. Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет о браслетах. В году, особенно два последних месяца, я начала много свободного времени уделять именно плетению браслетов. Так вот, что у меня получилось. Вот это почти все мои браслеты. Но 5 из них я подарила своей лучшей подруге. Итак, первый браслет такой зелененький. Тут 3 оттенка зеленого. Вот такой светлый, темный и средний. Это был первый браслет такого плана. И поэтому он не самый ровный, не самый красивый. И есть такие неровности тут. Следующий браслет из бисера выполнен на станке. Тут есть надпись «Маша», и застежечки тут просто на веревочках, как бы. Минной браслет. Следующий браслет тоже с бисера, но застежечки у них уже хорошие. И первый компьютерный. Это разные знаки. Пауза, стоп, громкость, перемотать и вытащить диск. Этот браслет я сама конструировала и сама придумывала узор. Это знак Бэтмена. Написано Batgirl. То есть не Бэтмен, а Batgirl. То есть типа девочка Бэтмен. Следующий браслет. Это уже Шамбалы. Это 2 неудавшихся браслета. Ну, одни из первых. Такой серий. Просто я тут немножко напутала затягиваниями. И он получился клевой. Не круто. Этот уже получше, но не те нитки. То есть я вначале думала, что слишком детский, но на руке смотрится очень хорошо. На самом деле хорошо. Какими-то летними платьями это просто идеально. Следующий браслет уже удачные Шамбалы. Выполнены в таком зеленом стиле, цветочки, лето. Вот первые с такими бусинками. Он довольно широкий и немножко грузный. Второй же очень ровный. Это очень странно для меня. С такой одной бусинкой. Следующая Шамбала розового цвета с деревянными бусинками. Следующие браслеты из ниток Скуби-Ду, скажем так. Розовый квадратный, черный квадратный и вот такой синий плетение Шамбалы. Следующая с надписью «Love». Надпись я сама делала из проволоки. И он как бы тоже в технике Шамбалы. Что-то я кривая какая-то. Вот, в общем, надпись Love. Вот такой он синенький, с розовым. Без застежечек, то есть просто натягивается на руку. Вот, романтичный браслет. Следующий браслет с буквы М. То есть это мой инициал. И как бы браслет дружбы, потому что моя подруга Марина. То есть мэ-мэ, Маша Марина. Вот, это все браслеты на моей руке. И вот, то есть все не влезли. Может быть, посчитать их? Так, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, малюсенький 6. 7, 8, 9, 10. На второй 11, 12, 13, 14, 15. 15 браслетов. О, это кольцо, кстати. И не считая тех 7, которые я подарила. То есть 5 подружки лучшей, 1 маме и 1 еще кому-то. Пока. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Да, уже торчит, конечно. И напишите мне в комментариях, какие браслеты делаете вы, и
вообще нравится ли вам это делать и какие из моих вам понравились, может быть. Всем пока, спасибо за просмотр. Пока, до новых встреч!